30 сентября в Китае отметили День памяти павших героев. В честь этого события в Пекине на площади Тяньаньмэнь торжественно возложили цветы к памятнику народным героям. В церемонии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные должностные лица, партийные и общественные деятели. День памяти павших героев утвердили в Китае 10 лет назад. Его отмечают накануне Дня образования КНР, и это символично. Именно 30 сентября 1949 года на площади Тяньаньмэнь заложили фундамент памятника народным героям, что стало важной вехой в истории государства. Сохранять память о людях, отдавших жизни за страну, в Китае помогает закон о защите чести и достоинства павших героев. Он вступил в силу 6 лет назад и запретил любую деятельность, которая порочит, оскорбляет или искажает память о народных героях и их поступках. Закон также накладывает запрет на восхваление захватнических войн. Нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность. Важной частью закона стали защита мемориалов и просветительская работа, которая поощряет патриотизм и укрепляет основные социалистические ценности.